Сегодня мы будем с вами соглашаться на любой трейд в Adopt.me. Посмотрим, что из этого выйдет. В данный момент я нахожусь уже в центре, и нам нужно с вами что-нибудь затрейдить, и мы будем с вами принимать абсолютно любой трейд, который нам будут давать с вами за какого-то питомца. Ну, я думаю, начнем мы, например, со снежной совы. Давайте мы с вами будем трейдить снежную сову. И посмотрим, что нам за нее дадут, и мне придется принять этот трейд. Ух, я надеюсь, что меня не скамнут. Давайте сейчас напишем, что мы трейдим снежную сову. А, я не открыл трейды. Давайте открываем трейды, сейчас посмотрим. Опачки, первый трейд, ребята, у нас пошел. Мы кидаем с вами снежную сову и посмотрим, что нам за него дают. Ребята, это, блин, что? Мне придется принимать... Не, дружище, ты... Он принимает этот трейд, ребята. Он принимает, и мне нужно сейчас принять... Уже? Ребята, что за фигня? Офигеть! И неужели я сейчас лишусь снежной совы, ребята, просто так? Ставьте лайк, ребята, ставьте лайк, это того стоит. Офигеть! Ну что ж, мы принимаем. Хотя, что это за погремушка? Это вроде обычно какая-то погремушка. Принимаем трейд. Нет, снежная сова! Пока снежная сова. Нам кидают что-то. Подождите, мне кидают очень много трейдов, но у меня есть еще... Давайте мы с вами затрейдим леди баг. А ну-ка, давайте, у меня есть одна штучка. Давайте сейчас напишем. Капец, вы просто представляете, я снежную сову лишился. Просто так, ребята, просто так. Смотрите, так, кидаем леди баг, и мне предлагают вот такого единорога. Это что, подождите, это дракон. Легендарного дракона мне предлагают за леди баг. Ну, ребята, мы можем соглашаться. Это, в принципе, нормальный такой трейд. Это нормальный трейд, но, блин, ребята, хорошо. Мне больше обидно за снеж. Спасибо огромное. Просто за секунду с вами затрейдились. Так, а давайте посмотрим, что же это за погремушка. Ребята, напишите в комментариях, кто знает, что это за погремушка. Но это вроде обычная такая погремушка. Ничего в ней особенного нет. Но я думаю, что меня сейчас жестко скамнули как раз-таки на вот эту вот снежную сову. Окей, давайте посмотрим, что еще мы с вами можем затрейдить. У нас есть... Так, опять этот чел. А ну-ка, что? Мне предлагает какой-то трейд. А, что? Мне возвращают снежную сову? А, что? Он пытался снежную сову мне вернуть. А ну-ка, давайте попробуем затрейдить альбино-мышку. Что нам сейчас предлогут? Будут вообще что-то предлагать или нет? Давайте сейчас глянем, что. Никому альбино-мышка не нужна, потому что она, наверное, есть у всех. Ну, давайте сейчас напишем большими буквами, мало ли. Опачки, так, мы кидаем альбино-мышку. Кидаем альбино. Что ж ты мне предложишь? О, она мне предлагает челку. Ну, ребята, это, конечно, такой себе трейд, но мы должны согласиться, ребята, мы должны согласиться, это капец. Блин, до сих пор не верится, что меня взяли и обманули. Ну, хорошо, что здесь меня сейчас не обманут. Оказывается, очень легко трейдиться. Просто любой трейд... Эй, почему ты отменила трейд? Не понял. Меня что? Что это за фигня? Давайте попробуем затрейдить этого дракона. Давайте сейчас посмотрим, захочет ли кто-то взять этого дракона или нет. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Кстати, вот этот чувак, это же скамер, это понятное дело, что это скамер. Но он мне сейчас опять кидает трейд. Давайте сейчас посмотрим, что он мне может предложить за это. За снежную сову. Наверное, ничего он мне не сможет предложить. Давайте принимаем трейд. Он сейчас отменит, это понятно. Но в ситуации, ребята, просто капец. Сразу, ну ничего страшного, вот абсолютно. У меня есть еще снежная сова, у меня даже есть не он снежная сова, поэтому я вообще не переживаю по поводу этой совы. Ну давайте посмотрим, отменит он трейд или примет. Он принял трейд, ребята. Чего? Он обменял мою же сову на дракона. Чего? Вы представляете, ребята? В смысле, я вернул сейчас свою сову. Я вернул сейчас свою сову. Ну, мы обязаны прямо сейчас, ребята, взять и еще раз затрейдить эту снежную сову. Давайте сейчас посмотрим, что нам дают. А ну-ка. Трейдинг Snow All. Давайте сейчас посмотрим. Сейчас будем жестить по полной программе, ребята. Давайте сейчас будем смотреть, что нам сейчас дадут за снежную сову. Дадут ли опять? Давайте будем сейчас смотреть, что нам дадут за снежную сову. Так, еще
раз давайте напишем. На самом деле, ребята, я сейчас, если честно, офигел. Так, кидаем снежную сову. Давайте, ребята, посмотрим, что мне кидают, ребята. И мне придется снежную сову отдать за вот эту вот пчелку. Так, она мне еще дает пропеллер, ребята. Вот такой вот поводок, флешлайт. Нет, ну это, конечно, полная фигня за снежную сову. Но, ребята, я обязан это все принять. Офигеть. Не, ну, на самом деле ситуация была очень интересная. Так, ну что, давайте, ребята, будем принимать. Я думаю, она сейчас будет просто в жоке, ребята. Напишите в комментариях, какой трейд был самый лучший. Мне почему-то кажется, что не каждый такой трейд, ребята, может случиться. Так, принимаем. Я согласен на барахло. Я согласен, принимай, Оливия Просек. Ждем, ребята, когда у нас что-то произойдет. Но у нас пока что, ну, ничего особо не происходит. Мы сейчас просто трейдим то, что мы уже трейдили. Так, собираем, ребята, давайте забираем все. Давай, акцептуем. Давай, я принимаю трейд. Она, наверное, сейчас не верит. Она сейчас в шоке, типа, что? Она сейчас говорит, что? Это как такое может быть? Но вообще не жалко, абсолютно. Так, давайте посмотрим, что... О, задавили девчонку, капец. Смотрим, что у нас дальше. Ну, это Оливия пока что ничего не пишет. Так, у нас, смотрите, у меня есть еще один дракон. А почему у меня так много драконов? У меня есть еще один дракон, давайте попробуем еще одного дракона затрейдить. Сейчас глянем, что нам дадут за этого дракончика. Давайте сейчас посмотрим. Так, вообще как-то, не знаю, люди не, вообще какие-то неблагодарные. Я, значит, за какое-то барахло отдал снежную сову. Она вообще даже спасибо не сказала. Ну ладно. Так, ну что, у нас никто не собирается ничего делать. А ну-ка, давайте сейчас посмотрим. Кто-нибудь дракончика моего, ребята, заберите. Эмилька, а ну-ка, давайте сейчас посмотрим. Трейдим. Так, что мне предлагают гиперпоушены за это? Блин, ну это полный скам, ребята. Это полный скам, но блин. Я должен принять этот трейд, ребята. Я должен принять этот трейд. Ребята, вот прямо сейчас напишите в комментариях, принимать мне этот трейд или нет. Вот даю вам 3 секунды, ребята. Давайте, вот пока трейд не закончится, пишите. Пишите, ребята, принимать мне этот трейд или нет. Давайте. И написали в комментариях? Ну что ж, давайте посмотрим. Раз, два, три, ребята, принимаем трейд. Все, улетает за 3 гипер поушен, ребят, гипер спид поушен, улетает наш дракон легендарный, капец, просто, офигеть, я просто сейчас взял и отдал своих питомцев, кстати, вот это Оливия Просек, вот она своей совушкой, за Альбина мышку, может быть, кто-то возьмет, а ну-ка, давайте пишем, трейдинг, Альбино Бет. Посмотрим, что у нас будет. Давайте. Альбина мышки вообще не ценятся. Они вообще абсолютно никому не нужны. Давайте сейчас глянем, может быть, кто-то все-таки кинет. Вон тут у нас какой-то кипиш происходит. Но вообще ничего не происходит тут интересного, если честно. Так, кто хочет? Опачки, Эмилька опять кидает мне. Давайте, отправляем. Отправляем опять мне. Смотрите, ребята, опять Big Head Potion. То есть она поняла, что можно меня, так скажем, надурить. Надурить. И смотрите, опять мне кидает зелье, ребята, но мы должны принять, потому что сегодня я принимаю все, блин, трейды, которые мне кидают. Капец, просто, я потерял 3 питомцев просто за какую-то фигню, вы можете себе это представить? Ну, давайте, ребята, принимаем, я надеюсь, что вы поставили лайк, потому что оно того стоило, ребята. Давайте, принимаем, и Альбина мышка у нас улетела или нет? Альбина мышка, ребята, у нас улетела.